Так, ну у нас 2,5 часа. Ну, убьем. Сейчас за часик с утра пойдем еще. Эхм, убьем пару боссов. Наивный. Хочу чарку на тройную угрозу, блять, от лужи, сука. Это ловушки там диффузили, нет? Я что-то хуй знает. Роги. Спирит забегал, нет? Да, да, убрал, убрал. 3 штуки. Четвертый не увидел. Вот вы мне объясните, блядь. Кто-то смотрит же сериалы эти, как они называются, Дом дракона, вот эту хуйню. Но. Вот вы мне объясните, я вот, блядь, юзер интернета, ну, чайник, нахуй, я нихуя не разбираюсь. Вот почему я не могу найти сайт, нахуй, где посмотреть эту хуйню бесплатно? Почему мне всякое говно, блядь, всякие какие-то медиатеки, нахуй. Season War, заходи, Season War. Там без всякой регистрации, без всякой залупы, да? Да, да. Это у меня прям очко горит, нахуй, на эту хуйню. Season War. Кстати, да, я тоже сезона смотрю. Прикольный сайт. Сейчас нам много и через VPN надо заходить просто. Угу. А там, знаешь, он нужен чисто, чтобы зайти на сайт, потом можно отключить, чем Dragon работает. Правда, я понял, Demon Black. А почему вообще нафиг VPN на этот сайт? Это же по факту вроде русский сайт. Я вообще в этой хуйне не разбираюсь. Ну они же заблокировали все вот эти сайты пиратские. Пиратские? А, вот из-за чего. Понятно. Да пидоры. Да пиздец, нахуй. Никакой свободы, блядь. А все началось с торрента. То есть на торрент можно потать в суд, какого фига из-за вас страдают все? Ну пиратят и пиратят, какая, блядь, у них проблема, она? Люди смотреть хотят, блядь. По итогу, блядь, я не посмотрел 8-ю серию, посмотрел на ютубе разбор уже, блядь. Ну и нахуй, думаю, надо. Ну там Властелин колец должна 8-я выйти, вот в пятницу, что ли, она выходит. Властелин колец сериал есть. Это который от Амазона? Ну да, да. Да, ну. Там, короче, хоббит негр, нахуй, гном негр, нахуй. Эльф негр, все негры, нахуй. Ебать. Что-то. Только не спойлерите. Уже перехотелось даже смотреть. Это все, что можно проспойлерить. Не, нормально. Нормально, смотреть можно, ну, если ты не расист против негров, нахуй. Я против пидоров. Но пидоров там, по-моему, я тогда не видел. Тогда тут же смотреть не надо. Это... Где там остальные все? Бегайте сюда. Не, ну хоббит негр, это вообще сильно будет. Вообще пиздец. Я охуел. Он такой еще злобный, блядь. Ну ничего, актер нормальный. Злобный, но нормальный. Вот негритянка, которая... Это, принцессу или что там, блядь, жену, короче, короля там, или сына короля гномов играет, блядь. Это пиздец, это, ну, я ничего против не имею, блядь, ну нахуя, блядь. Просто нахуя, сука. Гном-негр, нахуй, это пиздец. А отец не негр, да? Батя, да, белый, нахуй. Да гуляла жена. Так, блядь. Я представил такое, если типа хоббит она гуляла. Если по этому колону идти, короче, то, блядь, Властелин колец тогда гибли негром будет, блядь. Сука. Ой. Хорошо хоть Элрон и негр. Сейчас следующий ведьмак выйдет, тоже негров понтолкают.
Все тут, жрите. Надеюсь, не сам не ведьмак будет. Блядь. Слушай, вроде не должен ты сдохнуть. Ну я хуй знает нахуй. Это, короче, смотри, подушка. Щит на флегматизма. Айновен частицу тоже на него перекинь, чтоб через него хуярил. И, короче, синтек поднимай его там, смотри. И ДЦшник, смотри, исповедью хуярь через флегматизма. Он, ну, послабее, мы в два идем. Типа, я не знаю, если вы и пойдемся, то придется третьего спека. Я, ну, я думаю, не должен выпануться. Мы просто вдвоем, не втроем. Немножко побольше будет проходить дамага. Так там же по двум, ну, по трем бьет. Притон, ты готов? Притон, потом, по, блядь, сука. По трем, если трое стоят. Ну, мне кажется, ладно, сейчас посмотрим. Че вы думаешь? Притон, ты тут? Притон, блядь. Хватит рыбу жрать. Да, да. Все, новичок. 5, 4, 3, 2, 1. Слушай, выходите, блядь, не расслабляйтесь там. В бычке не хватало еще подыхать, блядь. Квест на этой неделе, ну ебет паладина больно. Ебет больно, так что смотрите, блять. Хильте его побольше. Смотри, если пал на шипе, три хила на шипе просто. Если пал на шипе, будет сразу какую-то хуйню отдавай, сейф какой-то. В принципе, разбивают обычки нормально. И что тут рядом стоят. Какая официантка? А, что, клип делит? Мне кажется, не должна. Я слышал где-то, что он хули ДКшника. Сука, не сдохните в луже, Интов, выходи с лужи. Подушка. Ну, захильте ее. У Анхолика я слышал, пед делит. Кто там у нас спирит? Ой-ой, блять, сдохну сейчас. Вы фуловые по мане вообще там хилите, блять? Ревностный упала, внимание, блять, ревностный 2 минуты КД. Смотри там. Он на уго на шипе, блять. Да я щит пока да на нем держу. Он полтинник дал. Вижу. Блять, а чё залагало нахуй? Сейчас уже вихрь скоро будет. Ну хильте, исповедь хуяйте. Хилы выпрыгивайте. Вон массакра. Все, вихрь. Зубы уже на следующий раз тогда. Не зыбко еще там. Слушай, заранее выходите. Сейчас он в центр будет идти за спину, идите, где вот тотемы стоят. Так, что у тебя там по прожимкам? Сейчас после шипа тогда не зыбку дам. Давай шип. Так. Айновен, давай массакру. Блям, чё добили. 295 000. Запараша вся на распыл. О, классика.
Какой квест, кто-то в курсе, нет? Вообще, кто у нас? Мелифицис, да, собирают? Так, это что? Кольцо, меткость, крит. Пусть знает. Надо кому-то. А там квест черепной вал был, если что. Да, на великана. На великана квест. Что, сбегать, возьмите. Радник, спасибо тебе большое. Раз спроси. Так, на тебе эту хуйню. Я после лени уже возьму тогда. Пойду трэш побью. На планет нажать. Да, ты и так можешь раздать. Ты и так можешь раздать, ничего страшного. Просто когда первый раз эту табличку видишь, не понимаешь, что делать. Ну, понимаю, каждый раз забываю. Ненавижу эти все вот вопросы, когда да, нет, да, нет. Бачи, Том успел. Да кто там подбежал сзади, ревнить или еще один? А чё они, блядь, вертятся туда-сюда? Ебанутые, блядь. Ну я нахуй не пойду убить. Да, лучше не иди. Вот это милики, убегайте, сейчас он взорвет рейд, блядь. О, уже души сосут. Хильтесь, чё там, подушка АФК, давай, работаем. А чё мне кажется, кто-то в рейде стоит, гниёт с этой хуйней? Да не, просто подушка АФК. Да, да, этот самый КС, хорошо. Ну ты тогда слева там танкуй, где два фанатика. Слева там напуливайте. Первая, вторая и третья, блять, вторая и четвертая слева, где звезда, играйте. Из Грей Спирит Даваки напуливайте на флегматизма два фанатика. А первая и третья играйте справа. Топа на войда одного фанатика напуливай. Так, чё вам там, рыбу надо, да? Рибафнуть надо. Рибафайтесь, рыба есть. Принимаем готовность. Чё, Давакин? Шапку? Это где-то далеко, это самое, давай потом. Гуляйте. Как вы смеете ступать в эти священные покои?
это место станет вашей могилой! Я пока не могу использовать эту способность. Ты не в силах противиться моей воле! И покажи чужакам, ты не в силах противиться моей воле! Ебать! Макали, стреляй с эрарника. Ты лучше на боссе сидишь, чем... Макалистер, ну где, блядь? Макалистер, прием. Как дела у тебя? Ты тут? Братан, ну так не играют, блядь. Макалистер. Говорите, босс. Поставлю. Стинтека убьет. Стинтека резать. Он тебя резнул, Рар? Не-не-не-не. От духов убегать. Блять, Макалистер. Вот. Вставай, Синтек. Рарник рез. Ебать, я долгий. Ну давай, подушка. Тотем и ауга на ману. Духи вот эти зеленые, смотрите, блять. У кого не зеленые, ставьте панч на зеленый. Он на стрессе в вихре. Его уже разъебывают. Вот его разъебывают. Мелизона. Как его разъебывают? РДД что ли его бьют, блять? Вы чё? Так какие-нибудь старфоу залетают, блядь, по-любому. Ну, Макалистер, ГЦ. Даже на два сразу, блять, как так? Походу два сразу могут лететь в одного, нахуй. Охуеть. Ну это жестко. Ебаная табличка, сука. Квест возьмите на великана, сейчас великана убьем. Да ебаный в рот, блять. Надо никому шея ебаная. Понял. Тапки. Че, мы не разъебываем мобов вначале? Че мобов? Не разъебываем мобов вначале. Разъебывайте. Вы их там разъебываете. Сколько не было, да? А, пока дракон у вас там, блядь, я понял. Короче, великана. Точно на великана, да, квест? На великана квест берем. Да, да. На великана. Великана ебанем. Ладно, пофиг, главное, чтоб не выкидывал. Но сколько там процентов хп? Все, убили уже. Да он уже мертвый давно. Я понял. Мы раз 13, что ли, у нас выкинул. Ну ладно, на гиру убьем еще. Вот, заходи, может ты уже квест дать. О, засчитал. Нихуя не засчитал. Делают скрин, короче. А, засчитала. А, ну все, замечательно. А мне квест отменило. Опа, первый лут.
Кто сдал войск? Нет, я на корабле. Святос.